Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Hyundai Solaris 2016 года выпуска. Двигатель 1.6, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 21 тысяча километров. Потекла задняя правая стойка, задний правый амортизатор. Одна не меняется, меняем две. Заказал от корейского автомобиля, не именно от Solaris, а от Hyundai. Вот не помню номер, скажу потом. Поднимаю автомобиль и снимаем амортизатор. Первая пробная. Отлично. Вот он амортизатор, весь мокрый. Снимается легко. Откручиваем гайку снизу. Болт здесь с косой шляпкой зафиксирован. И откручиваем болт вот отсюда. Со стороны колеса, с одной стороны. Он получается здесь гайка зафиксирована, ее не надо будет крутить. Ну и точно так же с другой стороны. Амортизаторы от акцента корейского. Нового. Ну, тот же самый Solaris, только новый. Номер амортизатора другой идет. И по работе отзывы по ним гораздо лучше, чем с амортизаторами от Solaris. Поджал гидростойкой балку, выдергиваю болт. И выдавливаю нижний болт. Все, амортизатор снят. Беру амортизатор 55-300-1R-300. Второй точно такой же. И вот она наша красота. Сразу идет с пыльником. Не надо ничего переставлять. Но немножко по-другому исполнен снизу. Хотя нет, все точно так же. Длина такая же, крепления такие же. Берем амортизатор и идем устанавливаем. Перед этим его вертикально прокачаем. Раз, 5-6. Вот видно то, что он был лежа, у него воздух в масле попадает. После 4 качков воздуха нет. И воздух уже практически не слышно. Шипение. Ну и амортизатор уже стал жестче.
Устанавливаю. Смазываю резьбу в гайке. Смазываю болт. Вставляю амортизатор. Нижняя втулка у нас грибком идет к балке. Смазываю нижний болт тоже. Здесь у нас просто гайка. И закручиваем. Амортизатор заменен. Аналогичным образом меняем со второй стороны. Также заменил со второй стороны. Убираю гидростойку. Устанавливаю на место колеса. И на этом замену задних амортизаторов я закончил. Всего вам доброго.